Господа, здравствуйте. Это моя реакция на жеребьевку команд LameFoot Суперлиги. Ну и по совместительству один из самых угарных стримов за всю историю моего канала. Поэтому пристегивайтесь, присаживайтесь поудобнее. Приятного вам просмотра. Вот это у нас, вот это. И родные киндеры. Как я скучал, боже. Родные капсулы. Сейчас, как обычно, что-нибудь из миски будет. О, полетели! Первый поехал. Не изменяем традициям. На той жеребьевке КМФ тоже улетели из миски. Прям не изменяем традициям. Еще две закинул. Простите, разорвало чуть-чуть. Все, поднял, все нормально. Так, как будто тапком по башке. Простите. С участниками. Простите. Чтоб ничего не упало. Я так пельмени в кастрюлю обычно закидываю. Ну только с большей аккуратностью, чтобы они мне кипятком в хлебальник не отлетели. Я, наверное, не знаю, что я буду делать. Жеребьевка, я не знаю, что я буду делать. Посмотрим, откуда впервые достать. Пишите в чат либо Гоши, либо мой чат. Простите, меня понесло. О, хрюндель, хрюндель. Жалко, не резиновый, который. Первый участник. Все, давайте по-серьезки. Похихоньки похахались. Давайте-ка. Убрал. Первый участник. Добрыня. Добрыня Сафронов. Ага. Итак. Погнали. Байерн 4. Упадает Добрыня Сафронова. Интересно, девки пляшут. Одна из самых топовых команд в мире на данный момент. Но они вообще конченые. Поздравляю, конечно, но не от души. Хорош. Хорош. Потому что всех, за кого ты радовался от всей души, уже получили свои клубы бронью. Фокус-покус, тру-ля-ля. Давид. Ольга Саева. Я думал, Давид Сагаян. Короче. Первая пошла синхронизация на турнире. Готово. Ювентус. Прикольно. Подальше. Ну отодвинь подальше, чтобы фокус работал. Подальше. Короче, фокус. Давай, еще дальше. Не хочется, вот так вот будет табличка летать по камере. Конечно, не будет работать. Михаил Бакуменко. Ага. Лихончик, ну-ка, что-то там большое. Тоттенхэм? А, да. Тоттенхэм. Тоттенхэм выпадает. Прикольно. Миша без этих, Сарян, без трофеев. Все, кубка ему не видать. Наполи. Наполи. Чемпион. Хвича! Хвича! Как сказал бы Чоданцев. Егор. Так, вам видно, не видно? Нет, не видно, Егор. Егор Федас. Ага. Федас. Бургер Кинг. О, тихо, боевая тревога. Бургер Кинг. Давайте, не знаю, какую взять. Честно, не знаю, какую взять. Левую. Ладно, беру. Левую. Мне нравится. Шеф, у нас мало времени. В это время шеф. Не знаю, кого взять. Не знаю, кого взять. Арсенал. Арсенал. Игорь Белоус. Игорь Белоус. Хорошо. Рома. Кресло потом расстелить, потому что я же знал, куда я иду и на что это. Пацаны, перезапускаем трансляцию или нет? У меня просто программа даже ничего не видит. Я хочу тебе сказать, ты гений, конечно. Вот это самый комфортный прямой эфир, который я когда-либо видел в своей жизни. Твою мать. Какая красота. Главное, хрюндель виден, но он уже, по-моему, я смотрю, дожирает эти киндеры. Это у меня не грузит или там тоже технические шоколадки везде? YouTube, по-моему, всех решил. Вот так. И все. И такие хрен вам и не стримы просто. Дима пошел на резки с моего этого. Бедный задыхается. Я думал, он сейчас просто хрюкать начнет, там просто такой. Это просто сейчас. Плачет, бедный сидит уже, Дим. Боже, я сам плакать начал. Учитывая, что у меня неделю назад была такая истерика до слез. Именно я смеялся, я так ржал. Я потом просто ржал и плакал в перемешку. Ой. Гони свиней, да-да.
Ну, какая есть пока. Какая имеется пока что. Кто там? Вадим. Вадим Суздаль. А, ну ладно. ФТС Плей. Угу. Скорее всего, Вадим Суздальцы, просто мне не хватило места на бумажке, поэтому сорян, ФТС Плей. Вадим Суздаль. Нет, блин, Глеб Рязань. Ему выпадает Спортинг. О, поминки, поминки, такие вечеринки. Лазач. А, ой, Лозан, извиняюсь. Лозан. Боруссия Дортмунд. Спасибо, не лизач. На этом хоть спасибо. Блять, надо толчок потом хранить. Жеребьевка. Red Bull Зальцбург. Еще одни поминки можно устраивать. Серьезное мероприятие. Официальный турнир. В это время я строюсь как клоуна обдолбанного на стриме, а Петя в прямом эфире говорит, что ему надо сходить потом в толкан. Андрей Белоусов, как раз таки Андрей Белоусов, который играл в стыковом внебрачный сын Симака. Андрей Белоусов. Челси. Челси. Неплохо, кстати. С русским в составе. Неплохо, Челси. Ребят, Челси нормальный же клуб. Ну да. Хотя там Мудрик играет. Говно клуб, короче. Сочувствуем Андрею Белоусову. Да. Говно. Там играет Мудрик. Говно. Абрамович продал. Говно. Да, я хорош. Я хорош. У меня маленькие вопросы по данному мобу сейчас будут. Кстати, Свинка. Спартак. Твоем... Так, Роман Казанцев. Одобряемо. Бывший. Как называется? Который играл в клубе. Парень? Как вообще бывший называется, кого? Играют... А, футболист, футболист. Во. Бывший футболист в Каленс. Как и уже называется, который играет в клубе? Нынешний футболист. Твою мать. Тут еще шеф тоже подкидывает мемов сюда. Хорошо, я потом напишу тебе. Атлетико Мадрид выпадает Роману Казанцеву. Матрас. Помянем. Будет обоссан на этом турнире Гошей, либо мной, либо Эдгаром. Либо Димой, либо всеми сразу. Сочувствуем Роману. Мы обоссаем матрас. Извините, если это вас обижает. Девиз турнира просто. Мы обоссаем матрас. Стас, подумаю. Mm. О чем ты думаешь, Стас? О чем ты думаешь? Не надо много думать, тебе выпадет говно по-любому. Так, кладем Стас. Оптимистично. Бавария, Стасу подумай, вы что? Стас будет думать, как бы он как Кейду принести трофей. Никито? А, простите, Никита Колпак. Что это, колпак на башке, что ли? Главное, чтобы не этот, не клоунский был колпак. Никито, 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 мы в Японии, Никито, Лейпциг. Лейпциг попадает в Никите колпаку. Еще, это я вырежу, я обесмахивался. Ладно, все, продолжаем. Подождите, меня разрывает. На тебя одного, тут Дима, по-моему, что-то Дима в чате молчит, он походу все, он окончательно хрюкнулся от смеха. Леонид Каратов. Лёня Каратов. Леонид Каратов. Боруссия Дортмунд. Лёня Каратов выпадает. Боруссия Дортмунд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неплохой короче, вариант. Такой вариант? Да. Сергей Кононенко. Кононенко. Конь. Пальто. Сергей Коненко. Конев. Доктор Торетто. Что за ник? Опа. Фейл года, пацаны. Ребята, фейл готовы. Года. У меня упала камера. Ауи. Ауи. Ладно, мне совсем делать нечего в ожидании, пока вернется звук. Все, вот в таком формате мы будем досматривать жеребьевку. Вся жеребьевка пошла по одному месту, а начал это я. Марсель. Этому. Марсель, Сергей Коненко выпадает. Коля... Пятин, да. Коля Пятин, все хорошо. Коля Путин. Фенербахче. О, до свидания, Коль, ты это не откомбычишь. Ты, конечно, огрызался в тот раз, но в этот раз что-то, по-моему, совсем бесперспективно. Поперхнулся. Все, шеф помер на стриме. Топ-10 смертей на стримах. В прямом эфире, да? Влад Солдатенков.
Влада, или Сандатенков. Что такая маленькая бумажка? Ты кто такие бумажки? А, точно, я. Аякс. Пайт такая маленькая. Ну, четыре буквы. Дима. Дима Янцевич, кстати, Ланч, который снимал. Я-то думал, хитой-то. А это вот кто. Думал, кто такой Ланч? Все. Фиксируй. Биг Ланч. Это клуб для Димы Янцевича. Леон. Леон. О, клуб Мишки Прокопа. Леон. Ура! Клуб Мишки Прокопа. Где, бывший клуб Мишки Прокопа. Пойдет. Ура! Пойдет. Дима. А, о. Хрюндель. 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 Банда хрюделей! Егор Шевцов. Ну да, Егор Шевцов. Шевцов. Милан. Милан. Я чувствую, я сейчас после стрима... Будь здоров, слава Советскому Союзу! Слава Советскому Союзу! Шамшиев. Ерлдлан. Ну практически Анопкин. Ну практически. Практически. Нахер, ты же Саня Королёв, зачем ты меняешься у них? Интер, Иван Лутан. О, Ванюша. Ванюша, Севилья. Севилья. Севилья, пацаны, Севилья тоже. Так. Открывай. Все. Аллилуйя. Просыпаемся. Доброе утро. На утро. Все еще в пламену. Еще один Ваня. Чуть не сказал Вася. Порту. Ваня Реклакова остается. Ну, практически без шансов. Поздравляю. Из группы выйдет, уже будет достижение. Да. Степан. О, Тимофеев, Степа, твой выход, группа. Твой Стэн выход. Стэн. Черканите Степе там, пожалуйста, потом. Вот свинку убрал, сразу хорошо все пошло. Давай, свинку. Ньюкасл. Ньюкасл. Степа, ты же понимаешь, я тебя найду и приду за тобой, если вдруг что не так. И вот это великолепие вместе с ним. Только попробуй. Только попробуй. Только попробуй. Мы тут все, понимаешь? Мы за тебя тут просто все готовы рвать за родной Ньюкасл, понял? Ни хрена себе, слушайте, у меня десант тут. Ни хрена себе, у меня десант. В тот раз было два человека, сейчас сколько? 5-6 уже? Тоже буду подтапливать за него, естественно. ПСВ. ПСВ. Так себе. Можно не топить. Ладно, шучу, своих корешей я поддержу как родных просто. Как за самого себя. Иван Селиван. О, Ваня, тоже неплохо. Колет. Бенфика. Ай, тоже так себе идейка. Александр Дорохов. Опа, о, да, Дорохов товарищи. Достали. Дорох. Жаль, не Дениса 72, Дорохов, было 76, бы тоже весело. Александр Дорохов. Прости, Саня. Голосовая. Отъезд. Отъезд. До свидания. Сорян, я не хотел. До свидания, Уэсли Снайдер. Кстати, Уэсли Снайдер, по-моему, тоже Голосовая играл в свое время. Поэтому до свидания, Уэсли Снайдер. Последний участник и последний клуб. Маэстро. О, Райан, у которого сегодня день рождения, кстати. Для маэстро Гослинг ПСЖ. Жеребьевка закончена. Ура. Как бы, походу. Полтора часа мучений, давайте пыток и моего клоунства. Ну, интересно. Ньюкасл более-менее в надежные руки достался. Ну а далее мы нашим дружным составом КДК пошли в Дискорд, чтобы обсудить результаты жеребьевки. Какие ваши ожидания были и чего, они оправдались или нет? Оправдались, хотя бы Ньюкасл в нормальные руки отдали. Остальное как-то половину участников все равно не знаю, поэтому я как-то по барабану. Ну, некоторым прям совпало, типа и сами ноунеймы, и им говно выпало еще. Нормально. Ну, для меня ноунейм, ребята, простите, кто смотреть будет. Солдатенков кинул офигенный скрин, как его смотреть? А что он там, вертикальный в горизонтали или как? Да. О, хорошо. Бля, что это? Блин, как будто я это скинул, как будто, блядь, он уронил телефон и заскринил. Это ты. Вот так ты всю жеребьевку и провел. А, раз мы этот, короче, давайте разберемся с этими, с предупреждениями. Вот оскорбление, предупреждение сразу, я так понимаю, мне кажется. Срач, тоже предупреждение, да, или как? Надо просто понять степень срача, типа, прям жесткий срач, это прям предупреждение, или мульти, я не знаю. Классификация срачей. Надо, мне тогда еще делать табличку срачей. Специально для того, чтобы сделать табличку срачей. Потом я тебя в книжечку, я тебя в табличку срачей запишу. Ты мне, да, нет, ты не, да, выёживайся. Можно делать подсчеты срачи, типа как лучший бомбардир. Лучшие ассистенты, кто помогал разгорать этот срач, да. Кто больше все устраивал. Лучше будет конь. Количество банов, как это, как красной карточки учитывать там и так далее. Да, да. Конь, по-любому. Да действительно, я только хотел это сказать. Золотой Начиму, или как золотой Анопкин, или как его там. Золотой срач. Золотой юг. Золотой сральник ему просто. Как говорится, сидели, стримили мужики. Жеребуй забивали.
А что же ты жребы делать? Они не понимали. Петя весь всю жребу. Ну что, два момента возникло, когда Петя не знал, да, что вот делать. Я об этом и говорю, на это отсылка и была сейчас. Об этом я сейчас тебе пишу. Петя придумал, что делать во время жеребьевки. Да блин, я пытаюсь вспомнить, что хотел сказать. Молодец, склероз напал. Да-да-да. Димон пытается вспомнить 10 часов, что он хотел сказать. Димон, ты вроде что-то хотел сказать? Хотел сказать. Это можно его так сейчас мучить. Еще тебе, что ли? Димон, ты уже спал, нет? Ты вспомнил, нет? Ты вспомнил, нет? Главное, чтобы мы, как обычно, не начали разговоры про Польшу, а закончили опять пердежом. Ну, как обычно. Да. Это да. Кто-то сказал про Польшу. Начинай. Приехал, прибежал. Да уж, историю Польши очень тяжело изучать. Слишком много разделов. Это мне нужно стрим перематывать, чтобы найти тот момент. Да, целых 2 с хреном часа. 2 часа 10 минут перематывать тебе. Ну, у меня какие-то отрывки есть, там, по 3 минуты. Я думал, отрывки какие-то у тебя есть. К сожалению, рамки привычки я еще сохраняю. Не, ну просто отрывки это была бы слава Советскому Союзу, хрю-хрю. Кто-нибудь чекните вебку на стриме моем. Ни хрена себе, Конев оказывается в чате пишет. Да, прям. То Ваня строчился в чате, то теперь Конев. Папы это посменно работают. Попой. Не-не-не-не-не, попой. А, попой. Там другое слово вообще-то. Пидо. А, да. Пидо. Спасибо, ваш стрим был забанен, к чертовой матери. Я сейчас вспомню, как они на принтере запечатали. Найс попс. Попс. Да. Я предлагаю всем четверым пойти в Майнкрафт и там построить Газпром-арену. Ну а что строить же? Я лично видел Тихат, например, строили. Или это из Лего было. Ну ладно, не важно. Не, я видел типа таймлапс, в котором строили Этихат, Энфилд, Олд Траффорд, арену Йоханнесбург там и всякие другие стадионы вообще. Я, короче, видел таймлапс, где строили Елдак. Елдак-арена, неплохо. Перми! В Карелии за КПР. Эдгар, переименуй арену. Это нужно лезть в эти файлы патча. Блин, это запарно. Пацаны, это победа! Переименовалось? Сейчас покажу. Красота. Да. Нам хватило того, что Петя во время стрима 2 раза воскрес. Когда? Это поперхнулся. Я вот забыл воду, поэтому... Третье пришествие шефа. Святой Петр. Апостол Петр. Все, спасибо, давайте, до свидания. Пока. Всем пока.